Добрый день. Не будет, наверное, большим откровением сказать, что несмотря на те усилия, которые мы предпринимаем для того, чтобы улучшить качество образования в наших учебных заведениях в Австралии, облегчить вам условия для того, чтобы вы сюда приехали и здесь жили, и учились, и работали. Кто-то даже оставался, кто-то ехал домой, и мы работаем с университетами, мы работаем с государственными какими-то организациями, частными фирмами в России, в Украине, в Казахстане, в Узбекистане. Несмотря на все это, нынешняя позиция Департамента иммиграции, на мой взгляд, достаточно странная. Или, может быть, просто мы не видим каких-то объективных или субъективных причин для того, чтобы нашим студентам давали отказы. То есть нам дают отказы, нашим ребятам. Последняя, ну, если хотите, капля, которая переполнила чашу терпения, это был последний отказ. Его, слава богу, сдали не в Москве, его дали в Лондоне. Одной из наших студенток с Украины. Это человек, безусловно, талантливый. Это человек, который реально востребован в бизнесе. Человек, который работает и неплохо зарабатывает, скажем так, и в бизнесе, и является помощником двух сразу депутатов Государственной Рады, Державной Рады Украины. Человек, который в действительности заслужил этой визы. Хороший английский язык, не так давно закончил учебное заведение, едет, в общем-то, в рамках того образования и той занятости, которая у него есть. Очень были хорошо подготовлены документы, несмотря на это был получен отказ, но то, что выставили причиной отказа, это абсолютно это условие, которое в принципе невозможно обойти. Причина отказа была в том, что студентка якобы могла пройти курс дистанционного, то есть заочного обучения на магистратуре бизнес-администрирования MBA и, соответственно, в течение года получить то, что она собиралась получить в течение года в Австралии. Глупость этого заявления, ну, в принципе, очевидно. Что такое заочное образование, мы знаем. До сих пор качество достаточно низкое в России, в Украине. И, соответственно, заочники, заушники, там всякие шутки. Справедливые, несправедливые, но это и есть отношение работодателя в основном к людям, которые закончили заочное образование в наших республиках бывшего Советского Союза. Образование заочное не ценится, даже если это заочное образование западное. По крайней мере, в сравнении с очным образованием, он кампус так называемый. Более того, насчет того, что дешевое. Одно из учебных заведений ответило немедленно девушке на запрос. И ценник за год образования 3 триместра, то есть 12 предметов, как я понимаю, был 46 тысяч австралийских долларов. Для сведения, курс, на который подавалась девушка, был 13 тысяч очное образование. Соответственно, даже если учесть, что по максимуму проживания в течение года это 18 тысяч, и какие-то другие расходы, еще 2 тысячи, то вместе это всего лишь 33 тысячи, не 46. То есть фактически в два раза больше человек потратил бы, при том, что, естественно, человек живет в Украине тоже не бесплатно. И естественно, что за этот год человек не заработает на Украине, или, скажем так, это уже под потолок, если человек заработает те же самые 23-25 тысяч долларов. То есть даже по деньгам, если бы человек приехал в Австралию, он потратил бы в итоге меньше, чем если бы человек просто учился на этой одиозной MBA. И это не самый дорогой еще курс. Вообще MBA это 2 года, видимо, они как бы это все спрессовали в один год, но ценник они не спрессовали. Ценник остался двухгодичный, причем по меркам
очень неплохих университетов с on-campus образованием. Итак, что делать в этой ситуации? Такие вещи очень трудно обходить. Поэтому у меня есть к вам предложение. Ребята, давайте подумаем о Новой Зеландии. Новая Зеландия очень неплохая страна. Новая Зеландия – это заменитель, в принципе, Австралии. К сожалению, пока что на данный момент английский язык в Новой Зеландии стоит, пока что я смог найти, $280. Я 100% уверен, что я найду возможность сделать это образование гораздо дешевле. Но я не думаю, что я сделаю его в два раза дешевле, но гораздо дешевле, обещаю. Я не думаю, что так легко получить новозеландскую визу, но надо подумать, может быть, мы и сможем, с теми-то усилиями, которые мы сейчас затрачиваем, с теми-то трудами, с той изобретательностью, которую мы пытаемся доказать, что мы genuine student, то есть доказать, что мы, как и есть, мы на самом деле нормальные студенты, может быть, в действительности в Новой Зеландии будет лучше. По крайней мере, это еще один наш шанс. То же самое мы найдем учебные заведения для высшего образования, мы найдем возможности и подработки, и работы после окончания, то есть для выпускников. Таким образом, новозеландский вариант выглядит для меня заменой варианту австралийскому. Если надо, мы можем туда переехать. Я, в принципе, ничего не имею против того, чтобы даже обосноваться в Новой Зеландии. Никаких проблем. Конечно, грустно понимать, что Австралия, вместо того, чтобы привозить нормальных людей, которые хотят учиться, которые лояльны этой стране, которые никогда не пойдут там взрываться где-нибудь на площадях или атаковать свое правительство, и даже, может быть, никогда не выйдут на какие-то демонстрации, этих людей сюда не пускают. Пускают тех, которые потенциально могут принести проблемы. Я не понимаю, почему это происходит. Мне, честно говоря, абсолютно по барабану сейчас, по какой причине либеральное правительство, департамент иммиграции, лично Питер Даттон со всей его командой, почему они дают нам отказы. Эти отказы мы не заслужили. Это тактика запугивания будущих студентов мне абсолютно непонятна. Я занимаюсь бизнесом, я получил хорошее бизнес-образование в Австралии. Я зарекомендовал себя очень неплохо в той сфере, которой я сейчас занимаюсь. И никакого нормального объяснения, кроме, в общем-то, вредительства для интересов своей страны, Австралии, я не вижу. Я не могу объяснить такое вредительское отношение к своей стране со стороны департамента иммиграции. К своей стране не к России, к своей стране Австралии. Это вредительство, потому что люди, которые в действительности заслужили эти визы, люди, которые в действительности могут дать очень много этой стране, этих людей просто сюда не пускают. И те меры, которые принимают государство, все эти матрицы, СС, ВФ и прочее, все это приведет к тому, что наша струнная система, которая была заложена при Филиппе Радоке и Джонни Хаварде, министре иммиграции, наверное, самым лучшим из всех, которые были. И, наверное, к сожалению, но это самый лучший был премьер-министр Австралии. Все то, что было тогда заложено, было бездарно, потрачено бездарно, втоптано в грязь последующими министрами иммиграции и премьер-министрами, к сожалению, несмотря на все их заявления. Вот, поэтому давайте попробуем новозеландский вариант. Я очень хочу, чтобы вы высказали свое мнение по этому поводу. Может быть, как всегда должен кто-то быть первым, может быть, мы попробуем поучиться и посмотреть, что из этого получится в Новой Зеландии. Я обещаю, это будут те же самые условия, это будет та же самая самоотдача, это будет не копейки взято со студента, кроме того, что, конечно, вы будете платить учебным заведением. Это будет, в принципе, возможность людей делиться информацией и опытом. По крайней мере, мы должны создать себе какой-то запасной путь. Мы должны получить эти знания, мы должны получить этот опыт жизни в англоязычной стране прекрасной, потому что Новая Зеландия
Да, наверное, здесь не лучше и даже хуже с работами. Да, наверное, Новая Зеландия не так привлекательна, как Австралия, но это страна чище. Это страна чище в политическом плане, потому что посмотрите, насколько мудрую политику невмешательства ведет Новая Зеландия в международной политике. Страна сильная для своего размера и экономически, страна, которая не зависела, в отличие от Австралии, от массы полезных ископаемых, и сейчас не испытывает снижения курса своей валюты и не испытывает шока от так называемого окончания майнинг-бума. Может быть, перспективы на Новой Зеландии не хуже, чем Австралии. По крайней мере, я думаю, что большой разницы, приезжая из России, между Новой Зеландией и Австралией, вы не почувствуете. Давайте, ребята, попробуем. И, пожалуйста, пишите отклики, пишите ваше мнение, что бы вы думаете об этом, и что бы вы от этого хотели. Большое спасибо.